Ку-ку-ку. Так, сейчас. Так. Немножко подрастаяло. Ой, подрастало. Снег немножко убрали. Курс экстремального вождения. Забивается снег туда. Надо следить, чтобы за угром. Сейчас я вам хочу снеговика показать. Там был. Заскрыли. А, пофиг. Так, сейчас до светофора доедем. Чуть дальше. Короче, давно я не ездил, раз в неделю. Буду предельно честным, как бы, когда снег выпадает, я по штуке не понимаю. Когда снег убирают, ну нормально. Вот сейчас минус 5 градусов. В принципе, хорошо. Еду, покажу вам снеговика и поеду домой. Выехал я в защите под курткой черепаха. На ногах, на колени хорошие. Резина обычная, стоковая. Так, ну вот. Ну все, народ, пока.